СМИ продолжается шумиха вокруг развода Сергея Шнурова и его жены Матильды. Певец, бывший участник группы «Ленинград» Стас Борецкий заявил, что миниатюрная супруга скандально известного артиста ушла к нему. В недавнем интервью журналу «Искир» Сергей Шнуров дал понять, что именно его жена Матильда стала инициатором разрыва. Столько всего произошло, что можно книгу написать. Экзистенциальное чувство вины присуще любому человеку, философски сообщил Шнуров. Он высказался о причине развода так: сам голову сломал. Бесполезно клеить чашку, если женщина задумала стащить весь сервиз, даже для друзей разрыв Шнуровых стал полнейшей неожиданностью. Пока подружка пары Ксения Собчак взывает к разуму Сергея, прося вернуться к жене, экс-коллега певца по группе «Ленинград» Стас Борецкий заявил, что Матильда теперь с ним. Она ко мне ушла. Серьезно, а чё вы смеетесь, вы такую возможность не допускаете, что ли, у друзей не бывает таких дел, что ли, ко мне ушла, сейчас мы вместе. На юг собираемся ехать отдыхать. Я вам серьезно говорю, что вы впали в такое недоумение, спросите у Матильды. Потом увидите наши совместные фото на яхте, заявил Борецкий в беседе с журналистами издания «Комсомольская правда». Далее певец заявил, что Шнуров не идеален. Девушка влюбилась в другого, в меня конкретно. Ну, знаете, как говорят, любовь зла, хлестко заявил Стас. Затем Борецкий начал нахваливать себя, она могла в меня влюбиться спокойно. Вы же понимаете, я мужчина, творчески красивый, а главное, богатый. Публикация от Матильды Шнурова, собака М. Шнурова, 26 май 2018, в 4 часа 48 минут по часовому поясу PDT Борецкий посоветовал Шнурову пуститься во все тяжкие. Жизнь одна, Шнуров – суперстар, ему нужно развлекаться. Годы идут, седина в бороду, без в ребро. Девиц вокруг много, я бы на его месте поступил так же, если бы я был настолько популярен, я бы пустился во все тяжкие, чтобы было что вспомнить, заключил Стас Борецкий.